Сегодня 15 мая. Так. Были на автосервисе, нам перелили масло выше максимального уровня на 1 сантиметр. Теперь приходится все откачивать самим. Заметили только дома. Такие вот мастера есть в России у нас. Причем по знакомству такие знакомые слесари, которые давно в автосервисе, опытные. Вот. Мы ему позвонили, он сказал, что это нормально, все хорошо. Если не нравится, приезжаю, откачаю. Что-то типа такого. Такой прибудет, простой. Таким образом откачивается шприцем излишек масла. Лайфхак. Обычным шприцом 20 кубиков. Кубов. И потихонечку. Шприц и это емкость из капельницы. Через щуп. Набрали и зайти. В канистрочку. Странно. Такие развлечения у нас. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Обращайтесь с любым вопросом по бухгалтерии и налоговым вычетам и по открытию и бухгалтерскому обслуживанию различных компаний.